Всем привет, с вами Стивпро, и сегодня покажу мод, который выявляет маски Minecraft Pocket Edition. Ну, как видите, на мне сейчас маска слизня, выглядит очень красиво. Также здесь есть и другие маски, а также есть разные, так сказать, штучки, начиная от сладости, кончая, ну, не знаю. Давайте поставим такую маску. Наверное, это какой-то знаменитый ютубер, которого я не знаю, к сожалению. Ну, может быть, это обычно нарисованный скин. Так, давайте теперь мы станем зомби. Хотя я и так есть зомби, да? Кто не верит, посмотрите на мое лицо. А, давайте теперь я стану вот таким херабрином. Наверное, многие его знают, да? Наверное, все знают. Вот, можем присесть. Все качественно сделано. Так, давайте теперь я хочу стать... Кем можно стать? Давайте станем таким синим слизнем. Прикольно выглядит. Классно даже. Я хотел такой скин упоротый, да? Или упоротый. Но мы можем стать Мишкой Фредди, который напугает всех, да? Вот. Ну, я хочу стать таким весельчаком. Он будет у меня Чарли, да? Также давайте посмотрим новые предметы, которые добавляют нам мод. Добавляет такую сумочку, в которую мы можем положить как бы наши сладости, а сладости будет леденец и шоколадка. Вот такой лолилоп, это у нас означает леденец. Есть такой андроид, да, лолилоп, прикольно. И есть такая шоколадка, плитка шоколадная. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.